Как организм понимает, что пора перестать расти? Привет, меня зовут Евгений, это проект «Популярная география» на канале «Вселенная Beautiful World». За рост человека в ДНК отвечает вариация около 300 генов, но рассчитать его заранее можно. Для этого рост матери надо сложить с ростом отца, добавить 13 для мальчиков или отнять 13 для девочек, а затем поделить получившееся число на 2. Это так называемый конечный рост ребенка, разумеется, примерный. Бывают ли исключения? Бывают. Иногда люди даже стремятся природе помочь. Причем если родители высоких детей чаще всего покупают одежду и обувь чаще, то невысоких мальчиков и девочек нередко отправляют на плавание или в баскетбол, волейбол в надежде на компенсацию роста. Но работает ли спорт? И какие еще факты, помимо генетики, влияют на рост? Первое – это питание. Дети, растущие в неблагоприятных жизненных условиях, живущие впроголодь, как правило, ниже сверстников, потребляющих блюда с большим количеством калорий. Однако избыток калорий тоже вреден, так как приводит к ожирению, что способствует развитию ряда заболеваний. В список самых калорийных продуктов попадают не только сливочное масло, баранина, свинина, сметана, жирные сорта сыра, молоко, но и такие вредные перекусы, как гамбургеры, картошка фри, хот-доги, сладости. Это то, что так любят современные дети. Поэтому многие из них высокие и страдают от ожирения. Второй фактор, влияющий на рост, это психологическая обстановка, в которой воспитывается ребенок. Если он постоянно испытывает стресс, рост может замедлиться. Третий – это влияние некоторых болезней. Например, врожденный дефицит гормона роста. Вызывать задержку могут и хронические заболевания, в частности, тяжелое течение бронхиальной астмы, болезни почек, порок сердца. Это реакция организма на неблагоприятные условия. Бывает, напротив, избыток гормона роста. Причиной тому часто является доброкачественная опухоль гипофиза. И человек вытягивается сильнее, чем было заложено генетикой. Четвертый фактор – это спорт. Доказано, что интенсивная физическая нагрузка задерживает рост. Поэтому люди, занимающиеся силовыми видами спорта, как правило, являются низкорослыми. При этом, если ребенок бросит заниматься тяжелой атлетикой, рост в большинстве случаев возобновится. Можно ли как-то скорректировать рост? Если у ребенка нет заболеваний, вызывающих его замедление, стоит наладить питание с высоким содержанием калорий и убрать стрессы. Умеренная физическая нагрузка тоже полезна, потому что способствует росту аппетита. Но даже полноценное питание и спокойная обстановка мало что могут изменить, так как большую роль играет генетика. Существуют еще специальные добавки – анаболические гормоны, ускоряющие мышечный рост, но детям их употреблять нельзя, так как это может негативно сказаться на здоровье. Выделяют несколько основных периодов роста – внутриутробный, в год, в 6-8 лет и в период полового созревания, то есть около 13-16 лет. Обычно организм готов к деторождению 18-19 лет, и как раз тогда человек перестает расти. Таким образом, рост останавливает либо физиологический процесс, либо заболевания, либо неблагоприятные факторы окружающей среды. На этом все. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Впереди много интересного. А я вам говорю до новой встречи на проекте «Популярная география». Всем пока!